Всем привет! Всем привет! Вы на канале Я поиграл. И мы продолжаем. Злой Вазелин, часть 2. Мафакасы. If the Evil Within. Мафакасы, часть 2. Всех рад приветствовать. Что, собственно, в первой части мы узнали? У нас есть жена. У нас есть дочь. Дочь Лили, а жену зовут Мара. Мара, что-то я так сказал. Вот это прикол. В общем-то, Мира и Лили. Блин, имена, конечно, так еще сложно запомнить. А главного персонажа зовут Себастьян. Так вот, Себастьян закладывал, судя по всему, и думал, что дочь погибла. Оказывается, дочь жива. Оказывается, у дочери есть какие-то там суперспособности, которые нужны очень нехорошим людям. Следовательно, она у этих людей, Лили, как оказывается, жива. И нам предлагают эти люди спасти дочь. Нас отправляют в какую-то систему STEM. Погружают туда. Я пока еще не совсем пойму. И мы очутились в этой системе, я так понял. Вот. Собственно, отправились на поиски дочери Лили. Пишите комментарии, ставьте лайки. Давайте посмотрим, что же будет дальше. Отмена. Так, вернуться в игру. В общем, в тот раз мы подошли из-за угла, вот именно сюда, и нажали кнопочку. Так. Какого черта? Какого черта? Блин. И опять меня испугало это. Хуй помешай сбоку бантик. Ахахахахаха. Какой нахрен? Блять, не туда. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. О-хо-хо-хо-хо. Ба-ба. Я в ловушке. Или нет? Надеюсь, пока нет, Себастьян. Надо с Себастьян побыстрее. Давай. Что-то ты медленно. Так. Твою мать. Что это за хрень? Хрен его знает. Назад. Фух. Сейчас бы распилило нас. Хорошо, вот и выход. Так, отлично. Кажется, оторвался. Главное, что не тромб. Так. Блядь. Да ты просто издеваешься. Да еще и как. Нормальный ход событий. А что тут завалят сейчас в начале игры? Ну такое, Себастьян, тебя пожалели, походу.
Походу, тебя пожалели. Так, ладно. Что за хрень тут творится? Автовосстановление здоровья. Когда уровень вашего здоровья падает до критического, шкала здоровья становится красной. В этом случае здоровье автоматически немного восстановится до определенного значения. Восстановление пойдет быстрее, если вы будете неподвижны. Лучше всего спрятаться и восстановить здоровье. Понятно? Странно. Точно. Так. Куда меня занесло? Не знаю, Себастьян. Не знаю. Так. За дверь. Дневник в заброшенном доме. Почерк в дневнике аккуратный и четкий. Последняя запись. Мне только что позвонили. Теперь я знаю причину всего этого дерьма, что творится здесь в последние дни. Это худший возможных сценариев, но, по крайней мере, мне больше не надо притворяться. Те существа — это обратившиеся. Их уже поздно спасать. Пора заняться тем, чему меня учили. Да сжалится над нами Господь, над ними и надо мной тоже. Понятно, что ничего не понятно. Так. Че, оно не вызывается? Так, инвентарь задания. У нас появился нож. Большой нож идеально подходит для скрытных убийств и взлома закрытых дверей. Ему не нужны боеприпасы. А, взлом даже дверей. Вот так вот. Болты для арбалета, компоненты, ключевые предметы. Так. Документы. Хорошо. Капец. Это еще какая-то статистика. Так. Вот бы ты мне раньше попался. Волынка. Волынка. Может, это нужное место? Лили, надеюсь, ты здесь. Это фотография. Я думал, она сгорела при пожаре. Помню, как мы сделали этот снимок. От Лили пахло сахарной ватой. Мира была еще красивее, чем обычно. Красивее. Перевернуть. I love you. Тоже там написал. Дед. Во что же я впутался? Я люблю тебя, папа, да, написано. Кидман. Себастьян, где ты был? Мы потеряли тебя. Без понятия. Но это ни хрена не мирный городок. Здесь творится что-то неладное, Кидман. Бейкер мертв. Вокруг бродит убийца. И все это очень напоминает то, что происходило в маяке. Во что ты меня втравила на этот раз? Я не знаю. Нам ничего не известно. Бейкер был командиром группы. Если он погиб, страшно подумать, что с остальными. Продолжай поиски. Чем больше я узнаю, тем лучше смогу помочь. Да, конечно. Хорошо, нам дали 50 единиц пороха, 100 деталей оружия,
Одна особая деталь оружия, одна аптечка, 5 единиц травы. Нифига себе, нахрена так много. Автоматический пистолет. Ох, в смысле? Этот автоматический пистолет стреляет очередями по 3 выстрела и наносит больше урона, чем полуавтоматический пистолет. Чем полуавтоматический. Хотя в нем используются такие же боеприпасы. Это оружие входит в набор The Last Chance Pack. Ну хорошо, порох. Взрывная смесь из селитры, серы и угля, которая используется в патронах. Прошло 12 веков, а он все так же эффективен. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Так, хорошо. Особые детали оружия. Этот компонент более высокого качества, чем стандартные детали оружия. Их можно использовать для разблокирования улучшений для оружия. Хорошо. Детали оружия. Различные полезные компоненты, которые используются на верстаках для улучшения оружия. Так, First Aid. Содержит препарат, восстанавливающий умеренное количество здоровья. Лучше, чем шприц. Аптечки можно изготавливать из трав. Угу. Трава. Растение с лечебными свойствами. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Так, у нас есть верстак. В кабинете Себастьяна. Тихо. Как я это сделал? Как это делается? Не понял. Так. Да что за глюк? Сукин сын. Бросили здесь гнить. Перевод шикарен, пацаны. Поставьте лайк за перевод. Не волнуйся, Себастьян. Это просто маленький тихий городок. Ага. Слишком тихий. Блять, как это происходит? Почему не срабатывает? Может, разочек нажать? А, это я, наверное, случайно нажимаю. Ты глянь. Не, нихера. Тоже вызывается. Блять, как все сложно. Так, надо же разобраться с управлением же, блин. Так. Что значит сменить тип? А, вот. А, чё, я не заметил, что он снизу, боже.
Так. Чё не пойму. Хуё знаю. Надо есть. Ешь. Привет. Эй! Ага. Неужели не слышала? Надо проверить. Надо, говорит, есть. Здрасте. Кожа до кости. Ешь. Надо есть. Доедай. Надо есть. Кожа до кости. Ебать. Я сказала, ешь! Фу, блядь. Вот так. Что за... Блядь, у меня еще один есть. Че ж свитер чистый-то, а? Ух, и себасен. Есть курить. Господи. Простите, я не курю. Уще. Да блин, а как стрелять? Да неудобно, капец. Не-не-не, прицел надо. Что это за хуйня? Ебастиан. Так, погоди-ка. Погоди, постой. Блин, вообще неудобно на нижнем прицеливаться. Сколько надо, блин, пальцев. Кейдман. Быстро ты. Узнал что-то новое? Да, узнал. Все это и правда очень похоже на маяк. Здесь люди превращаются в монстров. Черт, что же там произошло? Я не знаю. Но это значит, что Лили могла не просто потеряться. Брось, Кидман. Я справлюсь. Я найду ее. У. Так, подожди, там еще. Там же еще дверь.
Разве пацан здесь, а? Блин, это неудобно. Надо менять управление. Надо поменять управление, так не годится. Так, это что, двигать надо, не? Блять, это неудобно. Что у него, бесконечные патроны? ЛС и забраться. Ага, хер там бесконечный. Где же мне патроны соорудить? Где еще второй пистолет? Блять, как это сделать? Так, а ну подожди. Да как это сделать, ё-моё? Что они тут намутили? Смени тип. Как понять, меняется ли он? Ага. Запас ноль. И ноль и там, и там. Шесть. Фак, ну ладно, по ходу игры разберемся. Ну очень как-то оно по-дебильному все это. Что такое? Так, нет, дядя. Мне кажется, тут что-то... Что такое? Я не нажимал. Вот это, блин, отражение. Что за глюки, а? Не знаю, к управлению не могу привыкнуть никак. Да блять, что за глюки, твою мать.
Это еще что? Из Мёбиуса. Кто-то из них уцелел. Плохо. Эти твари буквально повсюду. Надо в дом вытрясти из парня информацию. Скрытность и скрытное убийство. Действовать скрытно. Враги особенно чувствительны к шуму. Перемещаясь скрытно, вы приглушаете звук своих шагов. Нападайте сзади на врага, который вас не услышали. Ну, как Last of Us. Так, сейчас бутылочку швырнем этому козлу. Кому? У меня это А светится, блин. Черт. Давай. Вашу мать. Надеюсь, выдержит. Не подходи ближе! Ладно, успокойся. Не стреляй. Я тебя не трону. Видишь? Так. Ты можешь опустить пушку. Ага. Я на твоей стороне. Ты не из Мёбиуса. Хоть ты и не из этих тварей, но это еще не значит, что ты на моей стороне. Верно. Я не из Мёбиуса, но это они меня прислали. Ты видел тварей снаружи? Что они могут? Да, видел. Тебе повезло, твой напарник пожертвовал собой, чтобы ты мог удрать. Не напарник. Он был из службы безопасности Юниона. И защищать меня его работа. А моя работа – починить систему. Мне не платят за то, чтобы я тут сдох. Я не солдат. Я техник. Я знаю. Стой! Стрелять буду! Солдат снял бы с предохранителя.
Говорю же, мы на одной стороне. Попробуем еще раз. Я Себастьян Кастелланос. Я О'Нил. Лиам О'Нил. Значит, ты не из Мёбиуса, но тебя забросили сюда. Зачем? Я ищу свою... Я ищу, как отладить ядро. Как и ты. Да? Ну, желаю удачи. Я пас. Буду ждать, пока нас не извлекут отсюда. Никто тебя не извлечет, пока не найдут Лили. Что за Лили? Пойми, мы все застряли здесь, пока не отыщем ядро. Ну, короче, Лили — это ядро. Дочка его — это ядро. С тобой, на меня не рассчитывай. Это убежище, и я не собираюсь его покидать, ясно? Но я дам тебе наводку. Я засек неподалеку сигналы, резонирующие с частотой ядра. Мы искали их источник, когда мы наступали. Вот, послушай. Вот это рация, блин. Голос, как у маленькой девочки, да? Тихо. Это она? Ядро? Думаю, да. Но мой коммуникатор поймал множество странных сигналов за то время, что мы здесь. Доберешься до источника, будешь знать точно. И как это сделать? Поймай сигнал на свой коммуникатор. Когда выйдешь отсюда, сам поймешь. Вероятно, ты поймаешь и другие сигналы. Можно будет найти их источники и узнать... Нет-нет. Сперва ядро. Другого пути выбраться отсюда нет. Как хочешь. Свяжем наши коммуникаторы. Я сообщу, если что-нибудь найду. Ладно. Пожалуй, это можно. Так. Выйдите наружу с помощью коммуникатора, определите, откуда доносится голос. Ваша группа. В группе вас было пятеро? До нас сюда отправили еще команду охраны. Ну, да. В поисковой группе, да, пятеро. Постой. Ты сказал, было? Я нашел Бейкера. Он мертв. Ха. Неудивительно. Он засек мощный сигнал и пошел проверить. А я говорил, что нужно попросить извлечения и сообщить о наших находках. А остальное не наше дело. Так. Он не слушал. Как же, командир группы. Должен быть храбрее всех. На самом деле, от храбрости до глупости... Один шаг. Согласен. От осторожности до трусости тоже один шаг. Не надо передергивать. Меня не радует его смерть. О, я что, по-твоему, совсем скотина? Надеюсь, остальные целы? Я сообщу, если найду кого-то еще. Правда сообщишь? Спасибо. Я буду рад. Эти твари довольно крепкие. Приходится тратить много патронов. У тебя есть что-то помощнее? Здесь нет, но снаружи можно будет найти. Здесь должно было быть мирно, но Мёбиус и пушки всегда вместе. Не знаешь, где мне найти эти самые пушки? Там сплошной бардак. Вряд ли ты найдешь готовое к бою тяжелое вооружение. Ну? Но я видел что-то приличное рядом с брошенным БТРом. Я отмечу точку для тебя, но ты поосторожней там. Вокруг шаталось столько этих тварей. А здесь опаснее, чем я думал. Не знаешь, где можно добыть оружие и припасы? Я пытался тебе рассказать, но ты не хотел меня слушать. Ну, теперь слушаю. Я перехватил разговор двух охранников Мёбиуса, которые говорили о схронах с оружием. Найдешь их, пополнишь запасы. Может, охранники живы и помогут. Я подумаю. Да ладно, я здесь один, и мне нужна защита. Если бы ты не позволил своему защитнику подохнуть... Хватит уже. Я отмечу сигнал на твоем коммуникаторе. Захочешь, проверишь. Мне плевать. Значит, ты здесь уже неделю сидишь? Неужели так долго? Плохо. Здесь время идет по-другому. Мы думали, что быстро управимся. Типа, я буду дома к ужину. Но это место вообще ни на что не похоже. В смысле? Когда ядро идет в разнос, всегда сбои бывают, но... Сейчас творится черт знает что. Здесь все распадается на куски. Есть излучатель стабильного поля, но он работает неправильно. Что за излучатель стабильного поля? Если тебя послал Мёбиус, ты должен это знать.
Эти твари довольно крепкие. У тебя есть что-то помощнее? Здесь нет, но снаружи можно... Здесь должно было быть... Не знаешь, где мне найти эти самые пушки? Там сплошной бардак. Но я видел что-то... Я отмечу... В группе вас было пятеро? Да нас сюда отправили еще команду охраны. Поиск... Я нашел... Не уди... А я говорил, что нужно поп... Но он не слушал. Должен на самом... Согласен. Не на... Я со... Правда, спасибо. Так, весело-весело, встретим Новый год. Глава третья, резонанс. О, верстак. Улучшение оружия, создание предмета. Так. Аптечка. Вот Last of Us как-то проще это меню оформлено. Не надо вот этих вот цветных этих фишек. Вот они все-таки красавчики. У них оно более как-то лаконично и проще смотрелось. Вот не люблю, когда цветное меню и хрен поймешь где шо. Ну, там было примитивнее что ли, да и в то же время получается лучше. А, у меня всего лишь две, я еще два патрона могу создать, вы охренели? Один? Ну нахрен. Шесть надо, чтобы одну создать. Нет, не понял. Вам не хватает. Четыре травы. Охренеть, нет у меня ничего. Детали оружия. Огневая мощь. Повышает урон, наносимый всеми видами оружия той же категории. Время перезарядки, емкость магазина. Скорострельность. Огневая мощь, наверное. Огневая мощь увеличивает урон при стрельбе. Так, увеличит урон при стрельбе. Огневая мощь 1. 100 железок. Ебать, а мне ни на что не хватает. Время перезарядки, давай тогда попробуем. Так, время перезарядки. Сколько нужно? 20 деталей. 50 деталей. Но... Огневая мощь. Хрена знает. Время перезарядки, короче. 50. А, надо сначала первый уровень, потом второй. Ой, капец. Понятно. Емкость магазина. Ну, хрен знает. 80. А, это у меня 80. Ну, давай. Увеличим чуткаря. Так, 60. Огневая мощь уже нам не хватает. Охренеть. Ну тогда по чуть-чуть получается можно. Хрен знает, надо нам это, не надо. Ну может и надо. Раз 30 стоит, значит надо. 90, ебать. Куда же их насобирают-то? Время перезарядки. Блин, следующий уровень слишком до хрена стоит. Емкость. Уже первая есть уровень.
Ну и что мне теперь делать? А, у меня травы один. Один патрон, две... Я понял, у меня имеющиеся компоненты. У меня патронов только можно создавать. Хорошо, теперь дошло. Так, у меня 54 такой хрени. Ну, давай хотя бы... ...20 патронов. Чего? 20 патронов, хорошо. Почему оно красным светится? Так, 14 осталось. Ну пусть вот так будет. Одна травка. А чтобы аптечку создать, нужно 5 травок. Хорошо, дошло. Так, кустарное изготовление. Выберите значок кустарное изготовление в меню инвентаря, чтобы изготавливать предметы без верстака. Кустарное изготовление предметов требует больше ресурсов, чем работа на верстаке. К тому же вы не можете улучшать оружие. Кустарное изготовление предметов нельзя привязывать к клавишам быстрого доступа к предмету. Так, хорошо, ладно. Так, ладно. Что ты, дядь? Скажи. Понятно. Ну, мы уже все у него узнали, что надо. Так, порох. Плюс 5. Тут патронов целая купа. Максимально. А, у меня пишется детали оружия. Хорошо. Ну, просто нужно было запомнить все эти значки, не знаю, пацаны. Оно вроде хочется быстрее, как бы, геймплея, но тут игруха так подразумевает, что нужно учить все, получается так. Детали оружия. Оу. Оу, еще детали оружия. О, ну так мы сейчас... Еще больше нет деталей. Кофемашина. Выпив кофе из кофемашины, вы полностью восстановите здоровье. Угу, интересно. Сколько ж раз ее можно использовать? Давай быстрее. Блин, ну целую заставку показывают. Ну нахера она нужна? Давай. Отлично. Сразу становится легче. Ну, я бы не сказал бы. Чаек-то получше будет. Кому нравится чаек, лайк, пацаны. Какой вы любите чаек? Может, какой-то есть? Супер-пупер. Не, ну я про обычный чай имею в виду. Вы сейчас тут понарассказывайте. Не забывайте ставить лайки. Так, улучшение оружия, создание предметов, улучшение оружия. Емкость магазина. 85 у нас деталей. Нам бы еще чуть-чуть, и мы бы тогда огнестрел. Вот, блин, вот... Блин, а где ж... А нельзя их где-нибудь взять? Пиздец. У меня и так оружие какое. Пистолет. Один и тот же. С пистолетами пока ни хрена не понял. Блин, чувак, дай железок кусочек, а. Блин, ну всего лишь 5 железок надо, пацаны. Реально. Создать. Что такое? А. Блин, а что можно улучшить? Ничего, я... В принципе, первый уровень закончил. Надо было сохраниться. Блядь, да как же это бесит, а? Надо поменять настройки управления. Это новая ячейка, сохраняемся нафиг. Да, это оно? Да. Ну блин, полсерии какой-то херней прострадали, получается. Так, это дорога назад. В смысле аптечка? Что, дурак? Блять, опасно. А лучше фонарик или бег сюда поставим, а сюда меню вызвать. Надо переставить, блин, задолбало. Да давай, давай.
Юсекси ла-ла-ла. Кто это такая? Что за... Что это было? Большая крокодила. Даже не знаю, что это было. Быстрее, быстрее двери открывай. Быстрее. Ох, тут, конечно, такой неспешный геймплей. Войдите наружу с помощью коммуникатора. Определите, откуда доносится голос девочки. А где же у меня тут коммуникатор? Так. Ладно. Посмотрим, смогу ли я поймать нужный сигнал. Ага. Так. Довольно далеко, но другого пути нет. Боже, надеюсь, это Лили. Когда вы засекли сигнал, коммуникатор покажет направление к примерное расстояние до точки резонанса. Точки резонанса, которые удалось засечь, будут отображаться на карте. Так, хорошо. И чё? Угу. Бесед, что за город-то такой, пацаны? Капец, прикольно. Эффекты, конечно, тут мега крутые. Какого черта? Если так пойдет дальше, от Юниона скоро ничего не останется. Нужно найти тот сигнал. Не понял. Так, крышка. Порох. Это, наверное, мало патронов сделал. 20 патронов. Что такое 20 патронов? Сбегать еще туда? Так. Не, ну эффекты тут бомба в игре, конечно. Куча пороха находила, что-то нифига не нашел. Я понял. Короче, я понял. Нам бы аптечек еще нафармить. А, взять их можно было, да? А, они все время типа тут лежат. Ладно.
Да ну нахер. Оу, щит. Неудобно управление, не знаю. Никогда проблем с этим не было, если игра нормально сделана, так она нормально сделана. Ой-ой-ой. Так, погоди. Их слишком много. Почему нельзя карту? Девочку мы уже засекли. Почему нельзя карту вызвать быстрее? Я хз. Так. Мусорки, порох. Ну такое себе удовольствие. Как Мёбиус? Мобиус. Хорошо. Угу. О, травка, травка, травка. Юнион, туристический центр. Open the door, please. Угу. Металлическая трубка. Кусок стальной трубы со следами ржавчины на конце. В качестве дубины не очень удобен. И вообще у вас уже есть стволы. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Ну и бог с ним, возьмем. Так, сколько у меня травы? А как же фармить самому? Сколько у меня, интересно, почему не пишут, сколько у меня чего? Так, глава 3. С помощью коммуникатора определите, откуда доносится голос девочки. Дополнительное задание. Необычный сигнал. Узнайте о резонансе Мёбиуса. Так, мы же узнавали уже. Блин, как тут много всего-то. Пытаюсь сфокусироваться на чем-то одном, и тут же приходится... что-то другое. Так, ладно. Зачем кнопка квадрат, чтобы прятать оружие? А, перезарядка. Это что? Да у меня же этих бутылок целая куча. Сейчас тогда нафармим всякого. Что там? Ни хрена. Очень хорошо. Нахрена нужна эта труба? О, блядь. Понятно, там типы. А как карту посмотреть? Загружен, убитый сотрудник Мёбиуса. Уже ж записал я, ладно. Тут пока поймешь, как им пользоваться этой хренью. Так, ладно. Не,
И что дальше? Так, Юнион. Буклет «Добро пожаловать, Юнион». Окруженный чудной природой, идеально сочетает очарование маленького городка и современный комфорт. Верните старые добрые времена, когда дружелюбные улыбки соседей были искренними и привычными. Оставьте суету и спешку. Отправьтесь туда, где вас ждут с распростертыми объятиями. Юнион, хорошо, что вы здесь. Или Юнион. Короче, всем спасибо, кто смотрит. Серию завершаем. Буквально пару слов туда-сюда, как говорится. Че, игруха прикольная. Стараюсь разобраться во всем. Много фишек в управлении, как всегда. В каждой игре все по-разному. Мне это не нравится абсолютно. Доставляет максимум неудобств. Хоть я играл Last of Us давным-давно, и я все равно, тем не менее, помню приблизительно какое там управление. Оно мне понравилось. Здесь какие-то прям траблы, блядь, с этим управлением. Куча всего намешана. Вот, бывает и больше, конечно, но все так. Пишите комменты. Лайки — это, как говорится, наше все. Ставьте лайки. Всегда поддержите лайком и обязательно комментируйте. А я поиграл, пошел. Я б отдохнул до следующей серии. Спасибо, что смотрите. Всем пока. Как-то так. Жду ваших комментов.